Сегодня российский фондовый рынок открылся в слабом минусе из-за стагнации цен на нефть и напряженных ожиданий референдума в Великобритании, который состоится в четверг. Мы ожидаем, что нефть будет колебаться сегодня и в ближайшие дни в узком коридоре 49,5-50,5 долларов за баррель. Доллар сегодня проторгуется на уровне 63,9-64,5 рублей за доллар. Курс евро ожидаем в рамках 72-73 рубля за евро.